OMTV UA Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Спочатку срочні новини. Так, саміт по Україні в Швейцарії завершився провалом. Дипломатичного прориву не вийшло. Зі 195 стран на конференцію приїхали лідери 56 государств, з яких 38 – це європейські країни. Программа встречи была сильно обрезана, поздно началась, рано закончилась. Президент Швейцарии Виола Амхерт заявила, что мирное урегулирование вообще немыслимо без России. С ней были в этом согласны глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, глава МИД Турции Хакан Фидан и, сейчас внимание, канцлер Германии Шольц. Вообще саммит мира можно смело переименовать саммит «Давайте позовем Россию». Неожиданно чуть ли не главным лицом от Украины на саммите при этом стал Андрей Ермак, которого многие называют теневым первым лицом Украины. В западных изданиях американские и европейские чиновники не раз говорили, что для решения какого-то острого и срочного вопроса встречались с важным лицом, которым неизменно оказывался не Зеленский, а руководитель его администрации. Ну, то есть Путин сказал, что Зеленский нелегитимный, и тут же нашелся другой человек. На форуме рассматривали не 10 вопросов, как просила Украина, а всего 3. Ядерная безопасность, продовольственная безопасность, гуманитарные вопросы по освобождению пленных. В коммюнике саммита мира в Швейцарии поддержали 78 стран и 4 организации. Среди тех, кто не поддержал. Саудовская Аравия, Индия, Индонезия, Колумбия, Таиланд, Мексика, ЮАР, Бразилия, Армения, Бахрейн, Словакия, Арабские Эмираты, Ирак, Иордания и даже Ватикан. В общем, как вы понимаете, успех оглушительный. Вице-президент США Харрис и канцлер Германии Шольц демонстративно зачем-то еще и унизили Зеленского и покинули саммит досрочно. І так, щоб, знаєте, двічі не вставати і остаточно поставити крапку в цьому саміті. Українська делегація, і справді, геть не проти наступного разу, коли він буде і де він буде, зустрітися із представниками Росії. Я дуже люблю, коли вони розповідають про те, що не будуть нічого підписувати із Зеленським. Я нагадаю, що він і не збирається, але окей-окей. Зустрітись для того, аби представникам Росії на пальцях показати, де і як Російська Федерація програла цю війну, та запропонувати план, як вони мають капітулювати, про що на саміті і говорили наші друзі. Ну, тим часом Європа, Америка, частина Азії і ті учасники, які були на саміті, і ті, які не приїхали, все одно, всі шкірою відчувають і розуміють, Росія – це чисте, рафіноване зло. Захиститись іконками та хрестами, ровами, армією – цього більше недостатньо, поки Росія, поки існує Москва, поки існує Російська Федерація. Ну і тим часом Європа, Америка, частина Азії, ті країни, які були на саміті, країни, яких не були на саміті представлені, вони шкірою відчувають і розуміють, що Росія – це чисте рафіноване зло. Захиститись іконками, хрестами, ровами та армією просто вже недостатньо. Тим паче, коли тобі почетним і нічотним числом постійно погрожують ядерною зброєю. Тож, в Європі все більше і більше лунають голоси. А може це його роздати ядерні ракети тим, хто чумку відчуває найближче, хто до неї розташований найближче? Ну, якщо Москва може передати своє тактичне озброєння Білорусі. Чому, скажімо, американці чи брити не можуть відщипнути шматочок свого ядерного пирога для інших членів НАТО? Але ні. Це можна робити тільки Москві, тільки Велика Росія так може вчинити. Бо все інші такі кроки, вони ведуть прямісінько до ескалації. Я так нагадую нашим недорогим сусідам, що коли кричиш «бомба-бомба», готуйся, що рано чи пізно вона точно впаде тобі на голову. Ну, то есть, в перспективі ядерне оружие хотят Фінляндія і Польща.
абсолютно точно не останется в стороне от этой пляски дьявольской Прибалтика. Ну, здесь вопрос, дадут или нет. Но поляки и финны упрямо требуют. Повысится ли от этого безопасность в мире? Ну, очевидно совершенно, да, что будут предприняты симметричные меры. Нет, я теоретически могу понять Соединенные Штаты. Ну, во-первых, это на другом континенте, да. Во-вторых, благодаря масс-медиа-культуре среднестатистический американец, вот такой упитанный мистер Винсент и его супруга, не менее укушенная гамбургерами и жареной картошечкой, они искренне полагают, что это же кино. И в конце обязательно появится супергерой, который не даст катастрофе свершиться и на Америку ничего не падет. Я вас уверяю, что в массе своей восприятие у них именно такое. OMTV.UA про головне. Так, вопрос от Александра Справедливого. Заявление Путина означает, что он отказался от победы. Почему кремлевский режим объявляет заведомо невыполнимые свои требования накануне саммита мира? Хэндпинг вейвинг. Ну, не знаю, чем он там размахивает. Вопрос, мне кажется, такой. У них план, продемонстрировать, что он пойдет до конца. Ну, тут это правда. Он будет воевать до последнего россиянина. А россияне уже сильно не хотят. И сдыхать они тоже не хотят. Ну и в некотором роде это перефраз, мне кажется, позиции Владимира Зеленского как кандидата в президенты. Когда он сказал, что может где-то договоримся посередине. Так вот он сейчас вот выдвигает такие типа суперцели, суперзадачу. И мол, а середина это там, где сейчас проходит линия фронта. Но если у нас будут самолеты и бомбы, то почему бы ими не отправить в ад навстречу с Пригожиным энное количество российских солдат и офицеров. Какое энное? Путин сказал, что 700 тысяч. Их всего-то, ну, на украинской земле, ну и плюс в областях, с которыми мы граничим. Ну что ж, раз им жить не хочется, раз им жизнь не мила, то, как говорится, это их выбор. Значит, я вот записал видео, ссылочку на которое я уже бросал в чатик, и почему-то вспомнилось... Цитата товарища Пригожина. А что делать, если окажется... Нет, не то, что не до царь голый, а если окажется, что дедушка сказочный мудак. Многие подзабыли и о Пригожине, и об этой его цитате. Но пришло время об этом всем напомнить. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.